В Крыму участились случаи нападения змей на жителей вблизи придомовых территорий. Жители полуострова сообщают о появлении степной гадюки буквально у порога дома. Так, во дворе частного дома в Симферополе на улице Павленко на одного из жильцов напала степная гадюка. Он успел вовремя увернуться, попытаясь придержать ее шваброй. На крики о помощи отозвался сосед. Змею удалось умертвить. Беспокойство среди местных жителей вызвала и прогулка двухлетнего ребенка. За несколько минут до нападения он играл во дворе. Распространение змей активные горожане в социальных сетях связывают с уменьшением собак и кошек вследствие стерилизации. Отсюда увеличение грызунов и их опасных поедателей, уверены симферопольцы.